Following Moscow's growth in the West, Ivan IV ascended the throne and took up the eastern expansion plans of his ancestors. The Tatar Khanate of Kazan lay just across the border. But the Tatars had resisted many Rus sieges in the past. In his final attempt to capture the Tatar lands, Ivan would deploy bold new strategies. For years, the Tatar fortress of Kazan had defied Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city, Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Всем долг свой. Повинуюсь непрекословно. Чесунок наказ, уразумех. Немедля скачу на брешь. Наказы новые звучат. Знаю ты! Повинуюсь с честью! Немедля наказ исполню. На брешь на ворога войни! Садник пришпорте ко мне! Наказ есть! Жду наказы! Taking the Tatar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Двигайся, куда велено есть. Блажен, кто служит делу правому.
Гнем ли? Напряж, мыслите о части. Слушайте все, сейчас доказывайте, сделаю все. Слушайте все, желание ваше есть закон. Приказ ясен есть? Идем по скору, все! Будет для меня приказ. В люду, а еще вижу ворога! Где суть? Не млите, ожидайте наказы. Есть, начну сияние медля. В люду, а еще построено будет исправно. Чесонок, начну сияние медля. Стройте надобно. The Muscovites established a settlement. Now Ivan would need to defend it, while building up a siege force with which to breach Kazan's walls. Слушайте все, новые наказы суть. Готовы, я сделаю, как накажете. Возведу все, как прикажете. Доволен я. Да не прав. Тихо, внемлите, лучники. Приходим на место Ина. Несть сон, несть отдохновение. Слушайте все. Идем, не празднуйте. Ладно, есть. Возведу все, яко прикажете. Слушаешь. Где надобно? Добро. Слушайте все, сейчас наказы будут. Строите надобно. Батники на броню стремляются! Ожидайте, лучники, на брешь! Новый есть, воин! Получит, обрежь, мыслить. Слушайте наказ, воины! Честь, поднимли. Делаю, как накажете. Добро. Ладно, есть. Внемли, да! Наказ дан есть. Дроты скосен есть. Не млите, воины. Слушайте все, новые наказы суд. Слушайте наказ, лучники. Седле. Смирение есть долг мой. Садники, выдвигайтесь. Буду радоваться, если с вами сражайтесь тесно. Вем долг свой. Довольно есть. Наказывайте. Слушают наказ. Читайте молитву.
Напред! Оружие готово есть! Приказ, повинуюсь и наказа. Копье мое служит вам! Готов, есть к делу нового. Наказ, разумех, теку. Возведу все, яко прикажете. Лучники, лучники, снаряжение берите и напрежь поскору. Ладно. Лучники, идем, носи не волочим. Ладно, сделано есть, надолго удержится. Наказы слушайте, воины! Парни! Оружие готово к брани. Наказывайте. Ладно, сделано есть, надолго удержится. Покоряюсь воле вашей. Внемлите, ожидайте. Идем, не празднуйте. Доволен. Идем по скору все. Наказывайте. Построено будет исправно. Супостаты искусства и суть! Искусен есть. Внемлите, повинуюсь, иду, куда наказано есть. Да будет так. Наказывайте, сделаю все. Пойду, куда накажете. В лесу люблю, трудитесь. Блюду, аще построено будет исправно. Пойду, куда накажете. Есть цель, есть откровение. Все построено будет исправно. Наказывайте. Желание ваше есть закон мне. Пойду, куда накажете. Наказ ваш исполнен будет. Иду путем истины. Исполнено, Каспар. Труд искусен есть. Будет для меня приказ. Исполню наказ ваш. Слушайте, взяли нам наказ. Идти надо. Мальчики слушают наказ. Читайте молитву. Часовник, накажете? Блажен, кто служит делу праву. Наказ, приступаю на камы. Рад, если трудитесь об исподней вашей. Сон, следую, куда наказано есть. Возведу все, яко прикажете. Тихо, винуюсь. Слушайте, сон, есть отдохновение.
бойтесь! Супостаты из курса и люди! Латники готовы к пронесу! Напряг! Не бойтесь! Направьте меня на брань! Труд искусен есть! Наказ! Пойду куда наказ! Готов есть с наказом и слава! Есть сон, есть расслабление! Жажду крови! Наказ! Честь в повиновении! Наказ ясен. Наказывайте, сделаю все. Готово, есть к делу новому. Получи. Обрежь. Выследи участие. Часу накажете. Получь, немедленно наказ исполню. Наказывайте, сделаю все. Часа накажете. Наказывайте, сделаю все. Следую, куда наказано есть. Строите надобно. Слушайте все, новые наказы суть. Слушайте все, сейчас наказы будут. Ладно, есть. Есть. Пойду, куда накажете. Блюду, аще построено будет исправно. Будет для меня приказ? Батники слушают наказ.
Готов есть к наказам и славе. Есть за... Исполню наказ. Куда стрелу вонзить надо? Строите надо бы. И мы... Повинуюсь из чести. Ворог, наступаем! Десон, накажите. Наказ разумею. Теку. Слушай, наказ исполню. Копейщик идет, куда наказано есть. Копейщик, ты... Батники на брать! Передайте молитву! Идем на брать! Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tatar resistance. Надо.
Обозначите цель. Так, отминуюся непрекословием. Напред, не бойтесь. Какие пушки меняют место? Мое служит вам. Направьте меня, направьте. Ожидайте, лучники, снаряжение берите и напряжь по скору. Лучники, идем. Слушайте все, но идем по скору все. Блюду, аще построено будет исправно. Готов, если сполна. Доволен есть. Готово служить. Внемлите, воины. Луч, внемлите, лучники. Приходят на место Ина. Это есть. Копье мое служит вам. Куда меня направить? Жажду крови. Внемлите, ожидайте наказы. Рады есть, трудитесь в исподней вашей. Получим наказ сейчас, воины. Наказывайте. Иду путем истины. Исцелит. Гряду куда-то. Какие наказы? Наказ, читайте молитву. Идем на брань. Не надо! 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 Не надо
Монахи суть на брань готовы. Наказ ваш. Братья, наступаем! Ой, будете надобно, воини! Отправляйте меня на брань. Наказы слушайте, воины. Повинуюсь непрекословен. Немедленно нас исполню. Выследите участие. Всем долг свой. Орудия осадные готовы. Получим наказ сейчас, воины. Наказ дан есть. Орудия переносим орудия. Ожидайте наказа. Желание ваше есть закон. Сделаю. Сделаю, как накажете. Идем по скорости. Прикажете.
защищать заряженные есть. С радостью! Исполнено будет! Копейщики! Будьте хорошие! Идут на все вместе! Идите, лучники! Слушайте наказ! Наказывайте! Да как чистим дело? Сильно исправим! Здесь исполнено наказ! Какие наказы? Есть закон. Дали нам наказ, идти надо мне. Рад, если трудитесь в исподней вашей. Что, двигаемся, яко наказано ей. Какие наказы, для орудия суть? Наказы исполнены будут. Готов есть наказ послать. Построено будет из готов, есть к делу новому. Получит обреж. Выследи части. Обреж. Не бойтесь. Слушайте. Буду радоваться с вами сражаться тесно. Что уничтожено, сделано будет. Исполняем. Готов, есть новый наказ. Идите за орудием бой. Есть сон.
Закон не есть отдохновение. Копейщики, пусть сделают все, как и накажут. Есть сон, есть отдохновение. Готов, наказ ясен есть. Добродетель, я скажу тебе мое. Отправляй тебя набрать. Приуготовляйтесь, братья мои. Сделаю, яко накажет. Покоряюсь воле вашей. Новый наказ, суть. Слушайте все. Исправляю. Сие исправим. Исполнено будет. Все готовы есть. Ставим группу, чё, верно? Опасность есть! Обстрел вражий! Какие? Все готовы есть к наступлению. Орудия усадные готовы. Наказ исполняя! Как орудия сделано будет! Что? Наказы из порубистой? Страх и разрушение орудия усадные готовы! Слушайте наказ! Слушайте все! Новый наказ! Начну сие немедленно! Наказы, но прием! Сделаю сие немедленно! Получим напряг! Не бойтесь! Оружие приготовлено! Выступаем! Muscovite forces moved into the Tartar pasture lands. They were getting close to Kazan proper. Будет урудить и зон получить вен. Я боюсь. Да! Наказ!
Не млите, воины! Готовность полная есть! Ворог поражает! Пусти тебя набрать! Что накажете? Каков наказ? Отправляюсь немедленно. Тесно. Честь в повиновении есть. Напрежь, не бойтесь! Напрежь, не бойтесь! Небеса защитили! Нас идем путем! Наказ вас исполнен будет! Напрежь, умно все! Не мы поспешите, леностные! Наша тема напрежь! Мыслите отчасти! Буду радоваться с вами! Пойду, куда накажете. Наказ веду, куда наказано есть. Тихо, наказы. Наказы тут, наказ там есть. Напряжь, мыслите о части. Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed, but Ivan swore this time would be different. Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Считайте, да плачут на полиции!
Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire. Ivan IV had broken through the walls of the ancient city of Kazan, and his army flooded the streets. They hunted down its defenders and their allies, and brutally sacked the city. Kazan had fallen to the unstoppable military might and strategic innovation of the Muscovite war machine. In the years that followed, Ivan IV waged war after war to bring vast new territories under Moscow's rule. By 1547, he had declared himself the first Tsar of all Russia. And his never-ending fight for territory set the course for those who ruled after him. Moscow was no longer a small fort on the banks of the Moskva River. It had survived centuries of Mongol oppression and wars with its neighbors. Its evolution from fort to city to state and to empire would continue. Moscow's rise transformed Russia into one of the world's greatest superpowers.